Всем здорово, друзья! Сегодня у нас большая картонная посылка. Вот такой вот ящик. Это у нас все из сайта... Так, не той стороной. Из сайта MyProtein. Короче, ящик большой, даже в объектив не помещается, я смотрю. Это мой первый заказ с этого магазина, с этого сайта. Это спортивное питание, магазин, который занимается спортивным питанием и не только. Ссылки на это все дело я оставлю в описании под видео, там все можете посмотреть. Ну и, конечно, еще скажу вам, друзья, интересный момент, что... Сейчас, переходя по ссылке, вы получаете сразу же скидку в 25% на любой заказ. То есть, если вы покупаете, допустим, на 1000, да, какой-то товар, вы оплачиваете только 750. 25% скидки у вас гарантировано. Ссылка под видео, переходите, смотрите. На любой заказ. Это у нас вот с Англии, тем более доставка ЕМС-ом, но как-то вот так это все приезжает. Ладно, открываем. Так, нас вот этой стороной я вижу. Итак, первое, друзья, что у нас здесь, это на самую коробку, самый большой товар, самый дорогой. Я думаю, вам видно? Да, видно. Это у нас, сейчас мы вытащим. Охренеть, блин! Так, вот там у нас еще куча всего. Ладно, сейчас-то в сторонку. Во! Это у нас большущий пакет, 5 килограмм, что здесь указано, Impact Whey изолят. Друзья, это протеин-изолят, чистейший протеин со вкусом клубники я брал. Есть еще вообще без вкусов, а есть там, ну, короче, где-то 5 вкусов разных, и есть вообще безвкусный. Он еще дешевле будет, но я взял уже, как бы, ладно, пусть будет дороже, но со вкусом. Вот, 5 килограмм пакет, и тем более по этой скидке цена получается, ну, очень хорошая. Такой цены в наших магазинах вы не найдете. Тем более изолята. Ну, короче, это мы сделаем отдельную дегустацию его, да, замешаем в шейкере, протестируем на наличие белка, как обычно, денатурацию сделаем, сварим и проверим, сворачивается ли белок или нет. Так что это все в дальнейших видосах, подписывайтесь на канал, не пропустите. Так, ну а сейчас давайте откроем, посмотрим, если там мерная ложка и какой там у нас порошок. Но нет, сперва сделаем, наверное, фотографию в Инстаграме и продолжим. Момент. Ну, короче, MyProtein, все с логотипчиками, вот такой вот мерный черпачок, если сравнивать с рукой, чтобы вы понимали его размеры. И сам протеин, вот он. Ну, такой порошочек, рыхленький и запах приятный. Короче, размешаем, затестируем это все в следующих видосах. Так, едем дальше, это все в сторонку. Итак, первая коробка... MyProtein 1 килограмм. Все в отдельных таких вот коробках запаковано. Не знаю почему так. Но сейчас откроем, посмотрим. Ссылка на эту штуку также оставлю в описании. Там смотрите по цене. Минус ваша скидка, как обычно. Итак. Да, друзья, это то, что я заказывал. Кстати, это 3 банки, но 3 банки не мне. Одна банка только мне, еще 2 банки это корешам. Но там сейчас вам покажу, какие там. Итак, что это такое? Это вкуснотища, ребят, еще та. Это у нас арахисовая паста, 1 килограмм. Идет вот в специально таких коробках, наверное, чтобы оно как бы не вскрылось или что, не знаю. По составу что скажу? Состав, друзья, у нас арахис и все. Просто сам арахис. Здесь не та паста, которая продается в наших магазинах, в наших супермаркетах с разными там, не знаю, пальмовым маслом, жирами, маргаринами, сахаром и так далее. Просто получается, это уже не паста, а просто вы едите жир с сахаром. Это же чистейшая арахисовая паста. Зачем она нужна? Ну, если вкратце, может, сделаю отдельный видос, покажу, как, что с нее можно приготовить и как ее употреблять. Но если вкратце, друзья, это для бодибилдинга просто отличная тема. Для тех, кто хочет набрать вес, массу, тем более полезные килограммы, не просто с сахара или там каких-то пироженок или чизкейков, да, жиром заплывете, а просто полезные килограммы, потому что здесь вы получаете куча килокалорий. И в составе у нас имеются полезные жиры плюс белки.
И все, ни сахара, никакого там маргарина, ничего нет. Это просто самый натуральный продукт. Вы получаете кучу массу килокалорий, то есть вы получаете энергию. Перед спортзалом, как я буду употреблять? Я его буду употреблять перед спортзалом, просто с утречка, на завтрак, намазал себе на бутер, да, или на какую-то печенюшку простенькую, захавал вместе с овсяночкой, все, энергии, друзья, валом, можете тусовать на тренировочку. Итак, давайте сейчас откроем это все, посмотрим. Так, открывается это все дело. А, вот. Кстати, американцы жуют арахисовую пасту уже годами, да. С утра дети перед школой. Так, это все или нет? А, да, все. Так, открываем. О! Кстати, я брал, есть два вида этой арахисовой пасты. Я брал, есть просто пастоподобная такая, есть паста сразу же с кусочками арахиса. Вот, смотрите. У меня паста с кусочками арахиса, но это надо перемешать, потому что жир у нас вверху получается. Вот, ну блин, запах охренеть, короче, ребят, вот такой вот вкуснятина такая, блин, момент. Так, вот, берем печенюшку, сюда арахисовую пасту, потом сюда банан, к примеру. Вот так вот. Ну и вот такая у нас красота. Сейчас заценим. А так, ребят, вот это реальная тема. Кстати, смотрите, я уже его, этот арахисовый паст уже слегка перемешал. Чтобы вы понимали, какая густота этой пасты, вот. Вот такая вот консистенция. Ну, можно взять и без кусочков этого арахиса, будет просто как такая паста. Вот, я взял специально с кусочками. И есть еще третий вариант, кстати, это с кокосом. Вот. Так что она не сладкая, очень вкусная. Вот с печенюшкой, еще чаечку с утречка. Просто, друзья, на ура! Вот сейчас просто перейдите по ссылке в описании, посмотрите цену на эту арахисовую пасту. Минус ваша скидка, конечно же. И потом зайдите в свой супермаркет, в свой магазин, посмотрите, сколько у вас там стоит арахисовая паста. Только нормальная паста, без этого сахара, без маргарина, не нутелла, друзья. Нутелла — это жир с сахаром. А нормальная арахисовая паста, посмотрите, сколько стоит, и сравните цены. Здесь у нас 1 килограмм, напоминаю. И здесь опять же такого же плана целая банка. Короче, у нас получается 3 банки арахисовой пасты и целый мешок 5-килограммовый изолята протеина. Короче, в отдельных видосах протестируем еще этот изолят, замешаем, продегустируем по вкусу, проверим на наличие белка и так далее. Ну а все ссылки, друзья, на эти товары будут в описании под видео. Переходите, смотрите, используйте свою скидку и покупайте, экономьте. Ну а я пошел есть печенюшки. Всем пока!